Всем привет, с вами Кэрол Уайт, и сегодня у меня будет реакция на Get 7. Как я понимаю, это последний, может, клип, может, это сборка каких-то фрагментов. В общем, я планирую сделать реакцию, мне тут и мешают, одновременно говорят, и думаю, почему Надя не может собраться, а потому что они болтают, когда я готова. В общем, начну. Может, они из-за этого заткнутся? Не Здесь просто лучшие фрагменты. Я пытаюсь держать свои эмоции, потому что это... Правда, хочется плакать, но это будут слезы как радости того, именно вспоминаешь, как это было приятно, самое начало. Видать, весь путь хотят их показать. Глаза на мокром месте. Спасибо за это видео, да. Ну, правда, классное. Я справлюсь. Я не могу ничего сейчас дополнительно говорить. Я думаю, я смогу высказаться только уже в конце видео. Сейчас только небольшие такие передышки, да. Мы в тебе верим. Да, я стараюсь. Здесь, правда, собраны все возможные фрагменты из фан-митингов, из концертов. Даже был фрагмент тут из Москвы небольшой вставлен. Именно со всех их возможных путешествий, о том, как они день рождения праздновали. Самое главное, что мы были частью их океана на концерте, да? Давай не будем вспоминать. Снова плакать хочется. Она лишь попала благодаря мне туда. А так бы она не доехала бы. Так, давайте еще на этой почве вы будете устраивать разборки. Ладно, это мне немного осталось досмотреть. Видео 7.
Фэнки Got7, Forever Got7, да. Я не знаю, кто это сделал видео, сама компания или это делали фанаты, но это нечто, это круто. Большинство фрагментов важных были, правда, запечатлены, это прям трогает, я реально держалась до последнего, и я сейчас держусь. Держусь прям как могу. Очень круто. Я считаю, это достойное видео, которое может выйти для фанатов и самих Got7 после того, как они решили идти отдельно. Но мы надеемся и верим, что, конечно, не соберутся. Мечтаем. Как уже говорила до этого Валери. Я благодаря ей съездила на Got7. Это было круто. Она как бы сопротивлялась, если что. Она сначала не хотела ехать, народ. В смысле сопротивлялась? Я говорила, что у меня нет возможности ехать. Главное, что все хорошо сложилось, и мы съездили. Это было лучше. Это был первый концерт кей-поп. Ребята очень сильно, скажем, отразились в моей душе, как и у многих других фанатов. Мы, конечно, им пожелаем всего лучшего и надеемся их увидеть намного пораньше, чем они хотят к нам вернуться. Но клип и сама песня просто на высшем уровне. Спасибо, что смотрели с нами, надеюсь, вы тоже фанаты Got7. Ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии, они нам очень важны. Не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч, пока. У меня аж язык заплетается. Я не плачу. Можете заткнуться? Вся комната. Пожалуйста. Новости снимаю. Я тут работаю. Можно потише? Пожалуйста. Молодые люди, да. Сохраняем спокойствие. Она со мной спорит по части технических моментов. Вы можете выйти и спорить там. А смысл? Все равно будет слышно через стену. Она недостаточно толстая. Player Unknown Battleground по-русски PUBG. Блин, ребята, я же не прочитаю даже название. Ничего, мы из-за кадра тебе... Тихо. Если что, мы из-за кадра тебе поможем. Ты, конечно, всем куда-то пришел ей играть. Так я ее развлекаю, а то она сейчас рыдать начнет. Нормально все. Нахрен оно надо. Не взяла себя в руки. Уверена? Наверное. Возможно, но не факт. А все, хватит играть. Понимаете, что мы ушли вообще отсюда. Ты опять начинаешь, а? Пожалуйста. Я никуда не уйду. Мы сколько раз уже это проходили? Это грустный клип, чтобы вы не смешили меня. Мы будем сдерживать твои слезы. Ладошки подставите, да, если вы мне... Нет, мы будем тебя смешить. Я тебе буду веселенькие мелодии играть. Хреново у меня получается, но как могу. Это что было сейчас? Я взяла тапочку и кинула в тебя.